то они обладают разной ценностью, правильно? Ну вот скажем, если сравнить ценность или стоимость дома, то она, очевидно, на порядок больше, чем цена рыночная, а следовательно и ценность того же самого хлеба. Правильно? Да. То есть мы можем сказать, что рыночная ценность дома на порядок в тысячи раз, может быть, в миллион раз больше, чем ценность хлеба. Правильно? Это объективная закономерность? Так должно быть? Нет, это всегда и везде так? Все зависит от обстоятельств. Иногда хлеб бывает гораздо ценнее. Совершенно верно. Ну и догадайтесь, наконец, что здесь изображено, почему этот человек находится наверху этого дома и почему он держит в руках две буханки хлеба. Этот дом был продан в свое время за две буханки хлеба. Это был голод в 18 веке, в Германии страшный голод. И этот дом был продан вот за такие незначительные суммы. На самом деле в истории есть много примеров, когда какой-то малозначимый предмет продавался за огромные-огромные деньги. Например, луковицы тюльпана в свое время стоили вот не один такой дом, а одна луковица могла стоить некое целое имение. Это известная тюльпаномания в Голландии, которая была в свое время. То есть люди покупали тюльпан, луковицу для того, чтобы сажать эти тюльпаны, продавать, и цена была очень-очень высокой на тюльпаны. Вот, да. И появился определенный сорт тюльпанов, очень красивый. Считалось, что это не просто очень дорогой сорт, но и очень перспективный. И очень много людей купили эти тюльпаны, а выяснилось, что он красивый не потому, что это новый сорт, а потому что там вирус. Короче, он не даст потомства, и все, что люди купили, просто-напросто сгнило. Вот. Есть забавные истории про то, как один купец выложил целое состояние для того, чтобы купить вот эту, значит, луковицу тюльпанов. И когда он ехал на, плыл на корабле в другой город, его моряк нечаянно вместо лука съел эту луковицу. История умалчивает, что он сделал с этим моряком, который, так сказать, съел незаметно целое состояние. Вот. К чему этот пример с Шнебургом и с этим человеком? И потребности наши носят субъективный характер. И цены, которые мы наблюдаем на рынке, то есть пропорции обмена, они также зависят от наших субъективных предпочтений. В условиях голода, когда нечего есть, люди готовы отдать самое последнее богатство, чтобы получить еду. Вот мы находимся в городе, который не понаслышке знает о том, когда люди самое драгоценное отдавали за хлеб. Было бы возможность продать дом, и дома бы продавали во время блокады. Мы понимаем, что люди продавали там и столовое серебро, если оно было, самые дорогие вещи, которые оставались от родителей, просто для того, чтобы купить хлеб. Очень многие же на это нажились. А нажился кто? Вот у кого есть. А где он его взял? Это в амбаре. Надо понять, в амбаре. Дело в том, что когда возникает ситуация форс-мажора, такое как блокада или какой-нибудь ураган. Я не осуждаю. Да, дело не в том, осуждаете или нет, а в том, что нажился человек, который тоже, возможно, не то что пожертвовал, а ему самому нужен этот хлеб для того, чтобы выжить, если он здесь существует, правильно? Здесь существуют риски и погибнуть и так далее. То есть не просто какой-то человек, который без риска привез этот хлеб, условно говоря, в город, а продает его там за миллионы, за огромные суммы. Сейчас не столько важна его мотивация, сколько понимание того, что редкость ресурсов влияет на их ценность. Вот когда существовал голод в Германии, огромные были цены на хлеб. Отсюда и решение глобальной дилеммы алмаз и вода. Почему алмаз стоит дороже? Опять же, по той простой причине, что в наших условиях, когда воды достаточно, мы алмазы ценим высоко. Если бы мы находились, такой классический пример, в пустыне, и нам нечего было пить, наверное, мы отдали бы те алмазы, которые у нас есть, для того, чтобы получить стакан воды. Поэтому выбор зависит от условий и от субъекта. Отсюда и ценности, то, что для нас важно, и то, что не важно, зависит от нашего решения. Что вы смеетесь?
Что смешного? Все хорошо? Хорошо. Давайте двинемся дальше, поговорим о тех свойствах, которые характерны для субъекта экономической теории, для homo economicus. Экономическая теория утверждает, что любой человек, на самом деле, скорее не homo economicus, а homo agens. Homo agens – это человек действующий. Правильно? Так можно перевести. А homo economicus – это человек, созданный экономической теорией. Если угодно выдуманный. Так вот, когда мы описываем поведение homo agens, мы можем сказать, что для него характерен следующий мотив. И этот мотив является универсальным. То есть для всех людей, включая тех самых самоубийц, включая тех, кто занимается каким-то мирским аскетизмом, для тех, кто не хочет заниматься накоплением богатства, а ищет просветление. Вот для любого человека, как для Рокфеллера, так и для матери Терезы, характерен вот этот мотив. Действуя, я обмениваю состояние менее желательное на более желательное. Можете ли вы согласиться с тем, что это универсальное свойство человеческой деятельности? Любой выбор ваш, мой, матери Терезы, Джона Рокфеллера, Стива Джобса, когда он был жив, всех-всех людей, которые есть на планете Земля, и которые жили, и которые будут жить, можно описать этим простым определением. Если не согласны, попытайтесь привести пример, либо контраргумент. Так это или не так, пожалуйста? Ну, это совершенно своеобразно может быть, но все-таки, положим, зачастую нам приходится делать то, что на совершенных людей это менее желаемо. Положим, выйти в первой паре в субботу, это менее желаемо, чем поспать, но мы все равно это делаем. Значит, вы действуете, обменивая состояние, значит, вы хотели бы иметь долги по экономике. Понимаете, ваш выбор, вы сейчас, как это свойственно для человека, он вычленяет из того, что он сделал, то, что ему не нравится, и из того, что он не сделал, обращает внимание на то, что ему нравится. Но дело в том, что вы выбираете не между, вот буквально, сном и экономикой, потому что если был такой абстрактный выбор, и вы бы все выбрали сон. А ваш выбор был сложнее. Пойти на экономику и не получить прогулку. Не создать себе проблем для будущего, потому что я первокурсник, потому что скоро экзамены, потому что зачем портить отношения с преподавателем с самого начала, правильно? Ну, зачем-то нужно приходить. Вы сами для себя решили зачем. Вы же пришли? Зачем? Вы же предпочли быть здесь, а не дома. Почему? Знания получить. Значит, для вас, условно говоря, знания ценнее, чем сон в данных конкретных обстоятельствах. Вы же сейчас не дома спите? Почему вы здесь? Сам не знаю. Да, но вы могли бы спать, правильно? Смотрите, тут важный момент. Экономическая теория говорит не о том, что человек говорит о своих предпочтениях, а то, как он выбирает. Потому что человек может говорить: да мне это не нужно, да я этого не хочу, да это вообще какая-то ерунда. И делать то же самое. Это же постоянно происходит, да? Человек может жаловаться, бундит все время, что такое, как, это все, в общем, понятная история. Не будем углубляться. Вот, но тем не менее продолжает делать то же самое, правильно? Значит, в данном случае что для нас важно? То, что человек говорит о своих предпочтениях, или то, как он демонстрирует свои предпочтения выбором? Единственный способ узнать предпочтения людей – это поставить их перед выбором. Девушки это знают. Да? Знаете? Как узнать предпочтение? Говорить ты можешь что угодно, а если поставить перед выбором, то вот и поймешь, правильно? Я правильно говорю? Да. А мы имеем в виду, что выбор – это мысль, это как бы момент выбора, да? То есть мы не берем то, что человек может ошибиться, думая, что он получит. Акт действия, да, то есть момент принятия решения. Потому что постфактум человек может сказать: да зачем я это сделал, зачем я купил, или зачем я женился. Это могут быть разные оценки постфактум, и они могут быть какими угодно, как положительными, так и отрицательными. Но это уже не связано с выбором, это связано с анализом выбора в прошлом, правильно? Это некое психологическое самонаблюдение. Вот зачем же я это сделал? Была какую-то ошибку совершил, надо было по-другому поступить. Это уже саморефлексия. Саморефлексия не есть действие, которое выражено в выборе. Я просто так думаю о прошлом, а, наверное, надо было по-другому поступить. А может правильно, а может неправильно, кто знает. Вот. А любой наш выбор, он, конечно же, на этом основан.
любого человека. То есть, если, например, человек подает милостыню, то очевидно, что он желает своим действием изменить состояние с менее желательного на более желательное. Желает. Получится или нет, не факт. Но очевидно, именно действие всегда направлено на изменение обстоятельств в свою пользу. Причем они, эти представления о том, что такое в свою пользу, они у разных людей разные. Поэтому, если мы принимаем такое свойство человеческой деятельности, то очевидно, что из этого будет следовать определенное количество логических выводов. Давайте их и сформулируем. Если угодно, можно считать их универсальными или априорными. Знаете, что такое априорные утверждения? Априорные, которые верны вне зависимости от опыта. Все логические умозаключения, например, дедуктивные, они верны вне зависимости от эмпирических каких-то наблюдений. Если верно является предпосылка, то если мы правильно делаем умозаключение, то и вывод будет правильным. Это вот свойство логики. Люди ставят перед собой цели. Согласны ли вы с этим утверждением? Да, все люди ставят. Не все люди не всегда ставят, но такое явление, как существование цели, существует. Нет? Люди стремятся к цели. Люди ставят перед собой цели в том смысле, что они к ним стремятся. Эти цели могут быть меняться, они могут возникнуть в результате совершенно случайных вещей. Вот это хочу сумочку. Например, да? Вдруг, ни с того ни с сего. Зачем уже их так 15 штук? Но вот возникла такая цель. Вы же понимаете, да, что такое возникновение цели? Хочу. Почему хочу? Вообще не важно. Для экономической теории не важно, потому что никто не знает почему. Одним нравится одно, другим нравится другое, третьим вообще ничего не нравится. А некоторые попеременно то что-то нравится, что-то нравится, что ничего не нравится. Вообще. Тоже понятная история. Понятно про кого. Люди ставят перед собой цели. Они подбирают для этого средства, которые позволяют достичь эти цели. Ну, то есть можно, увидев сумочку, на нее броситься и ее утащить из магазина. Или попробовать можно, поверьте, можно попробовать. Да я не советую вам, я просто говорю, что это по практике возможно сделать. Можно взять сумочку в кредит. Я не знаю, есть ли такая услуга, но если кому-то надо, я думаю, она будет предоставлена. Есть такая, да? Ну, видите, уже знают. Вы зря сказали, мы теперь знаем, да, о ваших предпочтениях. Взять в кредит сумочку, отлично. Есть такая вот, есть такое средство. Можно попытаться найти деньги, заработав эти деньги, да? Можно попытаться найти деньги каким способом? Вот скажите, как можно себе сумочку получить? Вы должны знать, кроме как заработав, кроме как взяв кредит. Вот, да. А как это сделать? Красиво улыбнуться, например, да? Ну, не работает? Ну ладно. Ладно. Приходится самой зарабатывать, да? Вот так. И на какая-то ударить, то что все такое. Вот видите, да. Как просто Аня, сказать, что он не я. Как можно получить сумочку? Вот. Ну да, обмен просто тем, что получил. Это называется заработать, наверное. Ну, в какой-то мере. Это не подарок уже. Хорошо, соответственно, я думаю, вы также согласитесь, что кроме подбора средств, которые у нас есть, для нас, как правило, универсальным средством получения благ являются деньги в современной рыночной экономике, а не какие-то другие блага, которые мы накапливаем, хотя могут быть и они. Чем больше у индивида средств, тем больше цели он может достичь. Причем тех целей, которые у него находятся на более высоком уровне в шкале ценностей. Ну вот, опять же, мы можем представить себе любого человека, который действует в виде вот некого субъекта такого, у которого есть шкала ценностей.
Вот он хочет сумочку. Что он еще хочет от сумья? Рассказывайте, что? Что после сумочки? Айфон. Айфон 10. Айфон? Восьмой, да? Десяточка. Да. Хорошо. А почему? То есть сумочки все-таки важнее, да? Машина. А если у тебя будет айфон, то не буду положить. Видите, да. А некоторые скажут, ну ладно, буду в кармане. Буду носить, да, все показывают. Смотрите, чего вы хотите. Просто машину. Я не долго. Вы сейчас как этот культ бросите. Что вы хотите? Я хочу машину. У тебя будет машина, вот тебе машина, вот тебе. Иисус. Благодаря. Так, хорошо. Машина. Какая-то культа. Жигули хотите, да? Вишневая зима. Подождите. Я Бутас там предлагаю. Интересно, что у вас эти потребности на более низком уровне. Но очевидно исключительно потому, что они больше суммы. Ну или менее настоятельные они. Но у нас просто получились не очень сопоставимые объекты желаний. Господа, можно потише? Я понимаю, что сразу все желания всплыли вдруг. Давайте их спрячем временно. Получите диплом, все у вас будет. А диплом – это средство получить сумочку. Да. Ну и долго. Когда я решила получить большое образование, какой как раз, все 4 года я учусь, а потом снова интересно. Окей, значит, вспомним третий тезис. Чем больше у тебя средств, тем больше целей он может достичь. Субъективных целей. Очевидно, что и для буддиста это так. Почему? Потому что, может быть, ему важны не деньги, а что-то другое. А что для него важно? Душевное спокойствие. А после этого? Ну вот если человек достигает состояния нирваны, он говорит, все, до свидания. Реинкарнировать хорошо. Но это в следующей жизни, а в этой жизни. А буддисты-то что делают? Поддержание состояния нирваны. То есть он помогает себе другим? Да, знаете, какая главная цель буддиста? Не просто достичь просветления, а чтобы каждое живое существо, которое существует во Вселенной, достигло этого просветления. И только тогда, когда все достигнут просветления, бодхисаттва имеет право уйти в унты, куда-то там. То есть, иначе говоря, когда он достиг нирваны, он только начинает пахать. Ему нужно каждого вот этого лентяя, который думает о выгоде, до просветления. Да, давай быстрее, ну, садись, поза лотоса, что ты? Ты можешь сидеть ровно, ровно сиди, палкой по голове. Опять же, если мы возьмем даже буддийский храм, они же тоже нуждаются в хозяйстве, да? Это тоже своя экономика, если угодно. Монахи, они должны чем-то заниматься, они должны питаться, они должны учить, у них должны быть книги, это хозяйство. Там, чтобы проповедовать любую религию, нужны также средства. Поэтому и христиане, и буддисты, и амиши, и все остальные, конечно же, нуждаются в большем количестве средств. Другое дело, что у них могут быть другие цели. Например, мать Тереза, если бы у нее было больше денег, она бы больше бедно помогла. Больше бы раздала еды, больше матрасов дала бы тем, кому не на чем спать и так далее. У нее другие цели. Получается, чем больше у индивида средств, тем менее настоятельные потребности он удовлетворяет. Согласны также с этим или нет? Согласен. То есть мы всегда начинаем с удовлетворения более настоятельных потребностей, которые у нас есть. Они могут быть высокие у кого-то низкие. Это по-разному. А причем некоторые средства не ведут к желаемым целям, а некоторые ведут. Также универсальное утверждение. Нет средств, которые бы все подошли. А экономические теории демонстрируют, что это за средства. Какие средства работают, а какие средства не работают. Какие увеличивают благосостояние людей, вот все это, какие не увеличивают. Хорошо, дальше вы читали уже постя про разбитое стекло и помните ключевой вывод из этой аналогии. Там нужно обращать внимание на некие неявные последствия. Вот можно ту же самую историю, которая описана в книге, проиллюстрировать в виде действия субъекта, человечка, который бросает камень, или в данном случае кирпич, в витрину магазина. И дальше это порождает некую цепочку выгод. Да? Он разбивает стекло, но зато получает деньги стекольщик. Стекольщик тратит деньги на цветы, а владелец магазина тратит деньги так дальше, и вся экономика запускается. Это то, что видно. А вот то, что не видно. Да? Получается, с помощью этой
удобной картинки, мы можем увидеть этот принцип бастиа. Мы видим с вами действия совершенные, но мы не можем увидеть действия, которые мы не совершили. Но тем не менее они важны, потому что то, что мы не совершили, это и есть упущенная выгода. В экономике это более чем важный момент, потому что многие совершают ошибки в выборе экономической политики именно потому, что они не обращают внимания на то, что не видно. Как хорошо, что будут бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, бесплатное все вообще, бесплатно. Давайте вообще примем наконец закон, который все сделает бесплатно. Ведь, подождите, что проблема? Вот проблема лишь в том, что не хватает денег всем, да? Цены высокие. Да ведь если отменить цены, если сделать их нулевыми, то у всех все будет. Почему никто не додумался принять закон, который просто запретит устанавливать цены? Количество ресурсов должно стоять. Но очевидно, что никто не захочет производить за ноль, и все захотят получить за ноль. Отсюда будет разрыв между желающими получить и готовыми производить. Нигде невозможно будет купить то, что нужно людям. Ну, жадность, она в любом случае существует, даже в богатом обществе. Просто будет невозможно, короче говоря, будет меньше средств будет. Ничего не тянет. Зачем мне работать, если я могу так сделать? Может быть. Вот смотрите, я хотел процитировать одного из известных наших политических деятелей. Это в качестве примера того, как люди размышляют, не учитывая долгосрочные последствия для всех групп. На самом деле, почти в любой газете, в политической программе той или иной партии можно встретить вот такие экономические ошибки. Например, я в эту субботу буду выступать не потому, что я симпатизирую этому политику, а потому, что я буду говорить про экономическую часть его программы в штабе Навального. Это будет в субботу в Питере. Если в интернете загуглите, найдете, я думаю, где это будет точно, вы уже знаете. Ну, отлично. Вот. И сейчас я не буду касаться этой экономической программы, а лишь упомяну о том, как чаще всего аргументируют необходимые расходы, в частности, на оборону. Да? Нужно тратить деньги на оборону. Об этом и Бастиа пишет. Но я процитирую уже не 19 век, а 21 век и Россию, а не Францию. Основные расходы на оборону – это не на войну. То есть, если бы было на войну, еще было бы понятно, зачем эти средства. А на военную промышленность. Это сможет поддержать нашу экономику. Так утверждает зампред комитета Госдумы по бюджету, налогам. Он уверен, что сокращать оборонные расходы нельзя ни в коем случае. В чем здесь, с точки зрения Бастиа, ошибка логическая? Она говорит о том, что это сможет поддержать нашу экономику. Чем больше денег мы даем ВПК на военную промышленность, тем больше средств у экономики. Что не видно, да. Что это распределение забирает деньги у других индустрий, у других отраслей. И главное, у налогоплательщиков. Да. То есть, иначе говоря, если этот пример довести до предела, как любит делать Бастиа, то, видимо, нет никаких проблем в том, чтобы нашу экономику сделать очень богатой. Просто надо все тратить на войну. Но если мы этот мысленный эксперимент представим, то очевидно, что если мы все будем тратить на войну, как поется в этой песне Кейнса и Хайека, мы будем иметь полную занятость, но нам нечего будет есть. Потому что мы все потратим на военные расходы. Да, пожалуйста. Это Оксана Дмитриева, которая из партии РОС? Да. Да, это она. Это один из наиболее известных политиков. Какой партии она? Рост. Партия РОС. Ну, да. Ну, там же как раз вроде Титов, то есть эти товарищи, которые... Надо сказать, что подобного рода высказывания, может быть, не вот прямо связанные с военно-промышленным комплексом, они характерны почти для всех партий. Все они в том или ином аспекте предлагают поддержать там, какие-то отрасли, мы будем больше тратить на образование, например, да? Предполагая, что всякие расходы на образование – это хорошо. Или там на здравоохранение будет больше денег. Опять же, предполагая автоматически, что если просто туда больше денег тратится, значит оно само по себе благо. Ну и так далее. А можно еще вопрос? Да, конечно. А у нас в ВПК, или вот эта вот военная промышленность, она у нас разве не рентабельная отрасль, которая дает доход? Опять же, если там есть разное. Есть то, что работает на экспорт. Вот.
И там есть достаточно прибыльные компании. Если речь идет о внутреннем заказе, то понятно, что это бюджетные расходы, и здесь достаточно тяжело говорить о рентабельности, потому что сами по себе расходы идут из бюджета. Опять же, если мы говорим о экспорте, то это означает, что сами по себе эти отрасли рентабельны. То есть капитал можно вкладывать и так. Не просто потому, что нам нужно поддержать экономику, а потому что это рентабельно. Ну то есть, может быть, если бы Оксана Дмитриева сказала о том, что она желает поддержать экспортно-ориентированные отрасли военно-промышленного комплекса, то, кстати говоря, это просто могло означать, что это лучше всего сделать за счет, например, кредитов, а не за счет бюджетных вливаний. То есть, если бы это был частный сектор, например, в Америке ВПК и в Израиле мы знаем частный, то вообще не вопрос. Там, ищите деньги, что называется, сами. Можете из бюджета, можете не из бюджета, ну, в общем, это вопрос ваш. Если мы, в принципе, предполагаем, что деньги должны идти из бюджета, и они должны идти на производство каких-то вещей, то есть не из бюджета, а как бы государство должно помогать, то если это прибыльно, тогда вопрос лишь в чем? В том, чтобы дать кредит, который потом будет возвращаться. Это для бюджета будет означать, что не расходы, а доходы. Это совсем другое. Понимаете, да, здесь в чем отличие? Вот, поэтому и даже в этом случае, опять же, возникает проблема, связанная с тем, что другие отрасли от этого страдают. Даже если это рентабельно, это означает, что другие отрасли должны от этого отказаться. Как минимум, правильно? И это будет потерей для этих отраслей, для налогоплательщиков. Так что да. Ну, понятно, что ВПК это довольно большая тема, она не сводится к вот этой идее, потому что здесь достаточно простая выражена мысль и ошибочная, что чем больше мы тратим из бюджета денег на какую-то отрасль, тем лучше для экономики в целом. Это выгодно отдельной части, но для экономики в целом это вряд ли благо. Вот. И этот же принцип мы можем применить в других ситуациях. Вот в случае с войной мы уже рассмотрели ситуацию с альтернативными издержками. Чем больше мы тратим на войну, тем меньше мы имеем благ, которые мы можем потреблять непосредственно. То есть война не является средством увеличения благосостояния. Общественные работы. Если государство выделяет деньги на то, чтобы люди что-то строили или что-то производили, то опять же, я сказал бы, что это видно. Видно, что люди получают работу, видно, что люди получают деньги. А что не видно? А не видно то, что для того, чтобы создать эти общественные работы, нужно изъять деньги у налогоплательщиков и из других отраслей, которые сами по себе также создают рабочие места. Поэтому получается, что чем больше государство создает общественных работ, чем больше оно создает рабочих мест, тем больше оно уничтожает рабочих мест в частном секторе. Невозможно, чтобы государство создавало рабочие места и при этом не влияло на рынок труда частным. Оно как бы вытесняет. А в чем проблема? Почему есть некоторая проблема от того, что увеличивается доля публичной сферы, то есть работы людей на государство по отношению к работе в частных компаниях? Вроде бы, ну и что, да. Ну, в частном секторе больше как раз экспериментирования, о котором мы раньше говорили, mm-hmm. там чаще появляются какие-то новые выгодные решения, а государство менее эффективно, поэтому просто задерживаем собственное развитие. Если государство поддерживает некие отрасли и компании, оно, в принципе, какую логику перенимает? Вот мы сегодня в начале лекции говорили о двух порядках. О том порядке, который связан с самолетами, когда диспетчер управляет ими, и о движении автомобилей. А теперь представьте, что такой же диспетчер появился бы в случае с движениями автомобилей, который бы управлял всеми автомобилями, которые движутся в городе. То есть он был бы не один такой, а это был бы весь город такой. Ну то есть мы даже можем не представлять себе, это был бы хаос. Да, то есть мы бы, скорее всего, ничего не смогли бы организовать таким образом. Поэтому, если все больше людей переходят в госслужбу и все меньше людей работают в частной отрасли, это создает стимулы
не к эффективному производству благ для потребителей, а для получения больше денег из бюджета. Понимаете, что это разные стимулы? Одно дело бюджет, другое дело ты производишь что-то для потребителей. Это несколько разные вещи. То же самое касается поддержания отраслей. Давайте дадим больше денег IT-отрасли. Это же перспективно. Если они перспективные, они смогут найти деньги. Если они не перспективные, тогда они должны разориться. И откуда государство знает, какие через 10, 15, 20 лет отрасли будут перспективные, а какие нет? Откуда? Прогнозы. Аналитики. И что, они знают это? Нет. Прогнозы. Самые известные аналитики из Запада не предсказали крушение Советского Союза. Для них это было, упс, ничего себе. Или, да, такое бывает. Или последний кризис, который был финансовый в Америке, то же самое. С предсказаниями, в общем-то, достаточно большая проблема. Тем более, почему государство лучше способно предсказывать будущие потребности людей, чем производитель? Ну, смотрите, если производитель своими деньгами рискует, своей репутацией рискует, вкладывает свои деньги, чтобы произвести продукт, который может не найти сбыт, то есть он понимает, что он не знает будущего, то государство откуда-то это знает. Оно может это знать только в одном случае. Что я произведу, то будете есть. Что дадим, то и будете потреблять. Вот. Зачем вам свобода выбора? Вам главное же, чтобы были удовлетворены потребности, правильно? Вот люди так часто рассуждают. А зачем мне свобода? Мне главное, чтобы было сытно, весело, здорово. Пускай за меня все это сделает государство. Это рабы. Суть в том, что выбор не так выглядит. Нельзя сказать, что пускай государство сделает мне все, что я хочу. И выбор идет между тем, что я буду выбирать то, что я хочу, и тем, что я буду потреблять то, что дадут. Потреблять то, что дадут, согласитесь, не то же самое, что потреблять то, что хочешь. Дать могут что-то не очень приятное, а ты, извините, кушай. Тебе еще работать? Вон. Вставай, солнце еще высоко, давай, вперед. Да. Так что здесь ситуация такая. Одни отрасли поддерживаете, другие нет. А вот этот же принцип альтернативных издержек можно перенести на обычные ситуации, когда мы принимаем решение о размещении наших денег. Вначале начнем с печального примера для вас всех понятного. И вы наверняка этот пример слышали, но тем не менее интересно его прокалькулировать. Как вы думаете, вот если бы вы сейчас пошли работать, сколько бы вы в месяц зарабатывали? 20. Я слышу цифры от 15 до 30. Да. Давайте возьмем 20, чтобы... Возьмем 20. Значит, 20 тысяч в месяц. Вот предположим, что вы бесплатно учитесь на этом факультете. Означает ли это, что вы по факту бесплатно учитесь? Все вы знаете, что нет. Потому что есть упущенные выгоды, которые называют альтернативные издержки. Теперь посчитаем, сколько вы теряете каждый год ради того, чтобы быть политологами. Каждый год вы тратите, значит, 20 тысяч умножаем на 12, получается 240 тысяч в год, или за 4 года почти миллион. Миллион рублей – это то, чем вы жертвуете ради того, чтобы получить профессию. Это рассуждение вовсе не заставляет вас принимать какое-то другое решение. Просто это факт. Еще на проезд и питание. Ну да, проезд и питание все равно же будут, если вы будете работать. Так что и в том и в другом случае расходы будут. Это как, знаете, там, расходы на еду и питание, если едешь за границу. Они все равно есть, если ты здесь живешь. Поэтому их можно вычитать, чтобы понять чистые расходы, например, на путешествие. Потому что расходы на еду, они все равно и здесь будут. Мы еще год потеряем, если будем учиться в армии, допустим. Это другие рассуждения. Во всяком случае, мы просто констатировали, что всякий выбор характеризуется упущенной выгодой. И в данном случае, я могу вас поздравить, вы настолько любите политологию, что готовы пожертвовать 1 миллион рублей. А еще, может быть, если вы платно учитесь, то это будет сумма... Ну, сейчас у нас год учения стоит. Почти 2 миллиона. 2 миллиона будет? Да, все образование будет 2 миллиона, да? Нет. За 4 года? За 4 года с нашим вещью. А, все вместе будет 2 миллиона? Так миллион. Да. Так миллион будет, да? В общем, 2 миллиона.
Либо просто мне дайте на проект. Так можно считать, что, ну, предположим, что вдруг мы выпустимся и найдем себе хорошую работу. Так вы же на это рассчитываете. Да, и тогда мы... Я знаю это. Получать там, не знаю, прям знаю. 300 тысяч. Ну, естественно, естественно. Совершенно верно. Во-первых, ни для кого не секрет, что в России, по крайней мере точно в России, без диплома о высшем образовании думать о карьере в какой-то более-менее крупной компании не приходится. Хотя все говорят, что это не важно, что это ерунда. Для предпринимателей может быть. Потому что если вы Стив Джобс, вам не важно, какой вы имеете диплом о высшем образовании. Если вы Walt Disney, вам тоже не важно. Знаете, да, историю про Уолта Диснея, которого уволили из газеты? Да, за фантазии. Был такой вот. Вот, если в таком случае, то, конечно, как бы, ну, каждый может считать себя гением, но по практике не каждому удается стать Уолтом Диснеем. А если работать в какой-нибудь компании, то понятно, что отсутствие диплома высшего образования – это некий предел. Ну, понятно, что этот предел преодолевается, если у вас хорошие родители. Но, как правило, если у вас хорошие родители, они диплом обеспечат. Так что здесь разные есть варианты развития карьеры. Теперь другой аспект, прежде чем у нас будет перерыв. Это вопрос, связанный с размещением капитала. Вот если вы можете вложить...